Кузоватовское городское поселение будет расширяться. Увеличится площадь муниципального образования за счет изменения границ территории самого поселка, а также и Делевского и Коромысловского сельских поселений, входящих в состав района. Соответствующей инициативой выступил комитет по промышленности. Сегодня этот вопрос обсуждают в региональном парламенте. В случае положительного решения Кузоватовское городское поселение увеличится на 408 гектаров. На этой территории планируется развивать жилую застройку и промышленные объекты. Это будет способствовать расширению рынка труда и увеличению доходной части бюджета.